Подросток покончил жизнь самоубийством. К такому выводу пришли сотрудники Следственного комитета в ходе проверки по факту смерти 15-летнего жителя Ноябрьска. Напомню, около месяца назад его тело было найдено недалеко от станции скорой помощи. Судмедэкспертиза установила, что парень скончался от падения с вышки. Установить, что стало причиной самоубийства, так и не удалось. Однако достоверно стало известно, что к такому шагу парня никто не подталкивал. Ни морально, ни физически. Последним примером является самоубийство молодого человека, который покончил жизнь, спрыгнув с мачты оператора сотовой сети. Нами тоже была проведена по этому факту проверка, в ходе которой обстоятельств, свидетельствующих о том, что кто-то из посторонних лиц повлиял на принятое им решение, установлено не было, и возбуждение уголовного дела нами было отказано.